Всероссийский просветительский марафон «Новое знание» в Нижнем Новгороде, столице Приволжья, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Сочи, Новосибирском, Владивостоком и Калининградом, принимает участие в масштабном мероприятии. Студенты имеют возможность послушать лекции и поучаствовать в дискуссиях с ведущими спикерами страны. Это деятели науки, искусства, спортсмены, топ-менеджеры ведущих российских и международных компаний. Перед нижегородскими студентами с лекцией по истории освоения атома выступил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Площадкой встречи стал технопарк «Анкудиновка». С приветственными словами ко всем участникам марафона обратился президент России Владимир Путин. Для активного, талантливого человека Россия – страна уникальных возможностей. А вы, каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное – определить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперед. Уверен, общество знания поможет вам найти себя, встать на свой путь к успеху в учебе, в работе, в жизни, во всех добрых делах.